Очень тяжело это все комментировать. Ну, это просто, ну, наверное, варварство. И когда говорят о том, что геноцида нет, ну, вот он есть. В открытом, неприкрытом виде. Вот куда вылетел осколок. А, ну, у нас трагическая новость. Увы, в эти дни идет война. Идут бои. Мы сейчас возле 50-й школы. Буквально 25 минут назад сюда прилетел снаряд. Мы пока еще даже его не идентифицировали. 122-й или 152-й. Но это крупный калибр. Мне очень тяжело говорить. Погибло два учителя из школы. Вот они вот за мной спиной. Осколки тут сюда залетели. Одна из учителей сидела за сейфом. Даже он ее не спас. Я даже сейчас не хочу говорить там об 50 там, разбитых окнах и всем прочим. Я просто хочу сакцентировать внимание на том, что мы таких сводок с территории Украины не видим. Что бы нам ни говорили, такие сводки приходят с территории ДНР, которая продолжает обстреливаться, продолжают объекты, инфраструктуры и объекты такие, как школы и социальные объекты. Я хочу показать, чтобы вот сейчас камеру повернули, посмотреть, как это пришло и как это все получилось.